Мы находимся на 141-м пикете, на мосту. Длина железнодорожного моста 625 метров, 17 пролетов. На сегодняшний день монтаж и сварка пролетного строения закончена 100%. Установлено 3 пролета в отметку, то есть 3 пролетных строения. И по четвертому идет установка пролетного строения по осям и опускание в отметку для дальнейшей заливки опорных частей. Опорные части здесь предусмотрены немецкой фирмой Maurer. Вот, крепление происходит при помощи анкеров в анкерных колодцев. В регламенте установлена установка опорных частей в температурном режиме от 0 до 25 градусов. То есть непосредственно сама заливка смеси, подготовительной смеси, происходит ночью. То есть в данный момент днем идет ориентировка пролетных строений по оси поперечной, продольной и подготовка анкерных колодцев под заливку. Сама работа штатная, но это финиш, то есть это самая основная точка в строительстве моста, после которой уже мы передаем нагрузку от пролетных строений, от балласта на опоры и фундаменты. То есть это очень ответственная, очень точная работа.